Здравствуйте! Вы смотрите национальное телевидение Чуваши. В эфире самые детские новости. Акиубуксер. Нас часто спрашивают, что означает это слово и как оно переводится. А никак, чтобы разгадать тайну названия нашей передачи, прочитайте его задом наперед. Справились? Тогда начинаем. Сегодня в выпуске. Знакомство с юными исследователями. Экскурсия в самый большой детский лабиринт. И мастер-класс по изготовлению шпаргалок. По последним данным, 640 учеников начальных классов Чувашии серьезно занимаются наукой. Все они провели исследования и написали работу для участия в региональном конкурсе творческих проектов «Я исследователь». 165 ребят вышли в финальный очный тур и защищали свои проекты перед серьезным жюри. Давайте знакомиться с юными исследователями. Говорит, показывает Москва. Так, говори. Вот интересно, можно ли увидеть звук? Чтобы ответить на этот вопрос, третьеклассник Миша Фунтиков сделал несколько удивительных приборов. Один из них вот, называется он осциллограф. Когда я крикну в эту баночку, то пленка задрожит, и солнечный зайчик тоже задрожит. И мы увидим свой звук. Олимпиада! Работа каждого участника конференции уникальна. Женя Семенов решил найти вредные пищевые добавки в продуктах и внимательно изучил их этикетки. Вот ароматизатор идентичен натуральный, хотя под этим скрывается и добавка под этим ароматизатором. Вот еще лимонад вот есть. Бензонат натрий. Есть здесь вот. Хотя это Е211. Вот так вот это скрывают. А вот Лена Саблина изучала полезную еду. Причем на себе. 8 месяцев она вместе с родителями ела пророщенные в воде семена пшеницы, ячменя, гороха, фасоли. Мы чувствуем себя отлично, настроение хорошее. У мамы улучшилось состояние кожи. У папы нормализовалось артериальное давление. У меня... энергия повысилась, потому что у меня очень много тренировок, занятий в музыкальной школе. Когда я не употребляла эти семена, я чувствовала себя не так хорошо, как сейчас. Они очень вкусные. Вот мы с мамой придумали бутерброд, салат и пирожки из пророщенных семян. Оценивали работу школьников преподаватели главных вузов Чувашии. Лучших исследователей после первого тура собеседования допускали к защите докладов. Поэтому ребята очень старались привлечь внимание экспертов, удивляли опытами и даже внешним видом. А мне парик, потому что моя тема связана с волосным гигрометром. Волосной гигрометр – это прибор, который измеряет, сколько влаги содержится в воздухе. Я взял волосы своих одноклассниц, натянул его на раму. В зависимости от влажности воздуха, волос меняет свою длину и показывает, сколько влаги содержится в воздухе. Физикой и техникой чаще всего увлекаются мальчики. Неудивительно, что Марина Пикина в этом кабинете единственная девочка. Я решила узнать, что дает нам больше света. Электрическая лампочка, лучина, свеча или масляная лампа. В итоге я узнала, что больше света нам дает электрическая лампочка. Стать победителем конкурса «Я исследователь» очень почетно. Дипломы и медали украсят портфолио, а также помогут получить специальную стипендию. Но намного важнее научиться проводить эксперименты и делать выводы. Лена Егорова, Сергей Рябчиков, Акиубупсер. Победители научной конференции поразили жюри не только интересным исследованием, но и ярким рассказом о нем. Вы заметили, что герои нашего сюжета никого не стеснялись, отвечали на вопросы уверенно, говорили громко и с выражением. Знаешь, где можно этому научиться? Где? В театральной студии. Наш корреспондент Соня Родионова там уже побывала. С удовольствием посмотрю ее сюжет. Вач! Эти необычные звуки ученики театральной студии произносят не для того, чтобы повеселиться. Так они тренируют свой голос. Вот лось пошел по снегу. Хаш, хыщ. Ах ты, ух ты, ах ты, ух ты. А это уже охотник скользит на лыжах, торопится поймать лесного зверя.
Но поверьте, у него ничего не получится, ведь в сказках всегда побеждает добро. После речевой разминки мальчики и девочки начинают развивать внимание. Чайничек с крышечкой, крышечка с шишечкой, шишечка с дырочкой, из нее пар идет. Преподает актерское мастерство в студии творческого воплощения актриса Анна Гудзенко, победитель многих театральных фестивалей. А вы задаете домашнее задание? Да, конечно. Каждый день я задаю домашнее задание по сценической речи. Я задаю скороговорку, каждый день новую. И еще творческое задание – наблюдать за тем, что происходит в мире. Потому что артисту следует быть очень внимательным, чтобы накапливать в себе образы, чтобы в какой-то роли их воплотить. Наблюдать за животными, за природой, за людьми, за поведением людей. Так постепенно ребята становятся более общительными, внимательными и уверенными. Волки помешали слоны. А теперь волки встали и воют на луну. Ребята, какое упражнение вам больше всего понравилось? Мне понравилось изображать гориллу. А тебе? Мне понравилось изображать чайничек. А мне понравилось делать зарядку. А мне еще появилось. А кому преподаватель понравился? Как только эти малыши привыкнут работать в команде, Анна Владимировна будет ставить с ними музыкальный спектакль. А пока юные актеры учат стихи. Уроки актерского мастерства – это всегда весело и увлекательно. А театральный коллектив – новые, талантливые друзья. Соня Родионова, Андрей Спиридонов, Акел Буктер. Продолжаем выпуск. Брат, а что это у тебя на ладошке? Да так, ничего. Покажи. Нет. Конечно, стыдно признаваться, что шпаргалками пользуешься. Вовсе не стыдно, у меня тут таблица умножения. И вообще, я этой шпаргалкой даже не пользовался. Вот и хорошо, все шпаргалки должны храниться здесь. Давай у ребят спросим, где должны храниться шпаргалки и можно ли ими пользоваться. Первый раз я увидела шпаргалку в старой маминой тетрадке. Она была сложена в гармошку. Самая первая шпаргалка была придумана Карлом Великим. Он не умел писать. Когда он ставил на указах свою подпись, он подглядывал шпаргалку. Интересно, а какие шпаргалки используют современные школьники? Бывают шпаргалки, которые пишут невидимой пастой и просвечивают фонариком. В самой коробке от сока делается отверстие, изнутри клеится бумажка со самой шпаргалкой. Еще бывает на бутылках, на месте, там, где написан состав, можно написать то, что тебе нужно, или то, что ты не можешь запомнить. Бывает, пишут даже на печеньях, когда на экзаменах. Там просто смотрят, а потом, чтобы преподаватель этого не заметил, они просто съедают его. Или, допустим, наушники одевают на экзаменах, а там на улице кто-то стоит. И этот человек или вслух читает, или как-то шепотом, но тот человек, который стоит на улице, он его слышит и просто подсказывает ему, как работать. Знаю, что есть часы специальные, на которые вместо экрана там написано задание. Допустим, скачиваешь формат, текстовый файл и вставляешь часы. Я ими никогда не пользовалась. Я думаю, что они не нужны. Я их делаю дома, но не ношу в школу. У нас как раз в этом году экзамены, и нам предложили такую шпаргалку написать все записи свои на денежной купюре, положить ее на стол и спокойно списывать. Потому что оператор не сможет забрать эту денежную купюру, так как это будет считаться взяткой. Они мне не нужны, я хочу учиться на одни пятерки. Есть шпаргалки на руках, на пенале, на книгах, ну, на парте даже, на стенах пишут. А учителя замечали твои шпаргалки? В большинстве случаев, потому что я не умею ими хорошо пользоваться. Кто-то ставит двойку, кто-то выгоняет, а кто-то прощает. Понимает и прощает. Да, много раз. Ну, я как-нибудь выкручиваюсь, говорю, что на калькуляторе считаю или как-нибудь. Меня нет, никогда не ловили. Я стараюсь ими не пользоваться, потому что я считаю, что человек должен думать сам. А могут ли шпаргалки помочь ученикам?
Ну, это смотря, какую роль ученик отводит этой шпаргалке. Если он бессмысленно списывает информацию, то, конечно, нет. Она принесет только вред. А если ребенок занимался, запоминал, учил, и ему шпаргалка нужна в качестве уверенности, то почему бы и нет? А когда вы сами учились, вы пользовались шпаргалками? Ну, наверное, пользовалась только в университете, когда училась. У нас был очень сложный предмет, который назывался старославянский язык. И сдать его было очень сложно, тяжело. И вот, наверное, тогда я впервые пользовалась шпаргалкой. Пора подводить итог. Шпаргалки могут быть и полезными, и вредными. Если школьник будет надеяться только на подсказку, то разучится думать, а это плохо. Но если ученик будет писать шпаргалку сам и запоминать при этом правила, то это хорошо. Главное не доставать такую шпаргалку из кармана, хранить ее там только для уверенности. Соня Солойна, Евгений Анисимов, Акил Бупсер. Данила, ты знаешь, где находятся тропики? Где-то в центре земного шара, на экваторе. Не только. Теперь тропики есть и в Чебоксарах. Так называется новый детский лабиринт, который открылся недавно в кинотеатре «Сеспель». Подробности в сюжете Вики Петровой. Приезжайте! Поехали! Вот так весело и задорно в кинотеатре «Сеспель» начался праздник в честь открытия нового детского лабиринта «Тропики». Это самый большой детский лабиринт Чебоксар. Его длина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Его длина 25 детских шагов. В общем, есть и разгуляться. Горки, бассейн с шариками, батуты, боксерские груши и особые воздушные пушки для игры в сафари. Не лабиринт, а настоящий город развлечений. Глеб, что тебе больше всего понравилось в детском лабиринте? Мне больше понравилось стреляться шариками вот из этих пушек, мишень. А как тебе кажется, легко ли найти выход? Мне было легко, а вот детям маленьким надо ходить с мамой, ведь они могут заблудиться. В тропиках и взрослым будет интересно. Хотя есть еще один вариант. Пойти посмотреть фильм «Самый большой кинозал», а детей оставить в самом большом лабиринте. Кинотеатр «Сеспель» каждые выходные проводит праздники или мастер-классы для детей. Узнать расписание можно по телефону 448-048. Вика Петрова, Александр Петров, Акил Бупсер. Последний сюжет вышел в эфир, а значит, пора прощаться. Посмотреть все выпуски программы «Акил Бупсер» вы можете в интернете на сайте ntrk21.ru и в нашей группе ВКонтакте. Для вас работали Данила и Никита Васильевы, а также корреспонденты детской телестудии «Куча мала». До встречи на национальном телевидении «Чуваши». До свидания!